Которые не хотели почитать в школе, все-таки воспринимают эту информацию. А что для вас значит любовь? Любовь значит все. Жизнь. Павел, здравствуйте. Евгений Онегин, великое произведение. Так. Почему не вы сыграли Онегина? Это же вы. Я был занят. Павел, а у вас есть любимый герой в Евгении Онегине? Да, в принципе, да. Нет, в принципе, там невозможно найти какого-то единственного любимого. Это гений, там все герои достойны друг друга. Ну а вы бы кого хотели сыграть? Я бы не хотел сыграть. Павел, скажите. Никого.